Так, например, в центре Адлера один из предпринимателей установил шлагбаум, ограничивающий въезд на улицу, где расположены дома и торговые объекты. Замечание градоначальник сделал и полицейским за припаркованные в неположенных местах автомобили. Машины, оставленные на автобусной полосе или на тротуаре, должны быть эвакуированы. Претензии и к облику объектов реализации. Ларьки и киоски должны выглядеть достойно. Кроме того, остановки, тротуары и улицы курорта – не место для стихийных базаров. Торговля должна вестись только на рынках. Причем приоритет стоит отдавать продукции местного производства. Откуда вы приехали? Мы с Веселого. С Веселого? Да. Что-то сами выращиваете? Конечно. Все свое. А? Мы все выращиваем. Помидоры свои? Конечно. Нет, правда. Да, у меня 4 детей. Если я вас повезу туда, вот видите, мне показали. Нет, правда или нет? Это правда. Приезжайте к нам, гости. Приезжайте, посмотрите, какие потому у меня что мне теплицы. Говорят, что нет у нас земли. Земля нет, есть, никто ее не использует. Мне мало, конечно. Мне 800 есть, всего. Понятно, что... Но 4 теплицы. Продавать фрукты и овощи, выращенные на огородах, местные крестьяне готовы всегда, но мест на рынках не всегда хватает. Товаропроизводители обратились к мэру с просьбой предоставить им прилавки на одном из адлерских рынков, построенном вместо казачьего. Анатолий Пахомов пообещал помочь и взял этот вопрос под личный контроль.